Обернитесь вокруг. Посмотрите, как всем нам не хватает радости и настоящих теплых чувств, которыми так хочется поделиться друг с другом. Именно поэтому бренд «Милка» решил сделать мир вокруг нас немного лучше, привнеся в него нежность и доброту. Революционная технология направленного звука, примененная в этой панели, позволила создать абсолютно конфиденциальное аудиосообщение. Панель активировалась по датчику движения, как только человек вставал на стикер «Милка», и начиналась трансляция индивидуального звукового сообщения. Слышишь меня? Это я, твой внутренний голос. Я хочу поговорить о чем-то действительно важном. Именно здесь и сейчас ты можешь пробудить в себе настоящую нежность. Посмотри, прямо перед тобой удивительно нежный шоколад «Милка». Он поможет тебе раскрыть твою настоящую нежность и подарить ее близким. Активация «Голос нежности» пробуждала добрые эмоции, побуждая потребителей покупать шоколад «Милка» и проявлять нежные чувства по отношению к окружающим и близким. Невероятно! Он разговаривал только со мной. Такой вкрадчивый. Сразу захотелось с кем-нибудь поделиться своими чувствами, обнять кого-то, ну или просто улыбнуться. Наверное, нам стоит чаще проявлять добрые эмоции, быть нежными друг с другом. В результате акции было получено более 2,5 миллиона контактов с посетителями точек. В результате увеличение объема продаж продукта составило 130%.